сидит скорбленный. Это денежка. Давай есть за денежка. Классно. Наша денежка. Спросили, где мой второй билет. Окей, нас обрадовал с самого начала полет. Из-за того, что мы поздно пришли, дали два билета вместо одного. У нас будет пересадка на досадке. У меня один. У Аньки один с одним местом, а у меня два. Притом с разной. Одно 33А, другое 51G. Чё за херня? Короче, фиг знает, где я буду сидеть. Посмотрим, что нам ждать тут. Че за притча, как у панка? Анька попросила мужчину одного, он оказался русский, сменить место. И теперь мы до Ухани. Ухани, там заправляемся, мы летим вместе. А потом все выходят, сдают вещи. Короче, еще 2 часа перелета, но там, наверное, мы потерпим. Я снимаю маленькую девочку, которая пьет воду. Потеряли айфон, на который сейчас снимаем. Его не существует. Наконец-то настало время, чтобы рассказать, что с нами произошло. Уже сколько прошло? День прошел? Полтора? Сегодня уже 17-е, но вылетели мы 15-го. У нас, в общем, сплошные веселья. По прилету я оставил в самом конце в самолете айфон, на который сейчас снимаю, благо. Вот, нам сказали, долго объясняли, что произошло, долго говорили, что его потеряли. Вот, в конечном итоге они сказали, да-да-да, сейчас в течение получаса-часа вам его принесут. Мы прождали полтора часа, подошли. Нам сказали, извините, какая-то ошибка, его отнесли в другой зал, где относят вещи, которые утеряны. Прекрасно, мы пошли туда, нам нарисовали карту, мы пошли туда, и долго объясняясь какой-то женщиной, которой не было до меня вообще никакого дела, я наконец получил свой iPhone, она сфотографировала его на iPad, и мой паспорт тоже сфотографировал на iPad, распечатала это, я на этом расписался, и вот и он. Но причины этого не закончились, мы долго искали свой отель. Интернета в нем нет. Нет, интернет им есть, но только если есть у тебя интернет на телефоне. Типа тебе нужна сим-карта, чтобы подключить интернет. И без этого ты не можешь подключить интернет. То есть у нас как бы интернета нету. А сим-карту купить я не смог. Сегодня, когда я зашел в China Mobile, меня посмотрели как на дурака. Женщина покачала головой и сказала, не, я ничего не знаю, что это такое. А, и они тут, никто реально не говорит по-английски. Если в Сеуле нам говорили, что никто не говорит по-английски, то, в принципе, можно воспринимать как полуправда, потому что многие люди знают английский, то тут вообще никто не знает английский. Притом, обслуживающий персонал в большинстве своем не знает английский. Люди на улицах и то могут попасться, которые могут с тобой поговорить, а вот в магазинах в большинстве они вообще не понимают ни одного слова, приходится им все объяснять на пальцах. Ну, так, пока хардкор и веселье. Я кучерявый здесь. Вот так вот, вот мы веселимся в Китае. Пока еще никак не веселимся. Ходим по разным местам, просто смотрим, что здесь происходит. Сейчас пойдем искать их. Продолжаем через не очень долгое время нашу трансляцию. Мы купили сим-карту. В China Mobile даже немножко говорили по-английски. Сейчас мы идем по какому-то прекрасному райончику с очень красивыми деревьями. Анька идет зонтиком, как китаянка. Нет, как француженка. Что-то улыбается. Hi. Hi. Вот так вот. Тут люди на самом деле дружелюбные, но английского, конечно, не знают. С этим тяжело.
Кстати, на удивление, вот мне кажется, в Сеуле, где мы были, молодежь мне показалась недружелюбной, а здесь молодежь мне показалась дружелюбной. А вот взрослые наоборот. В Корее мне показались дружелюбными, а здесь какие-то такие безучастные и... Ну да, все, которые что-то ставят. Я еще здесь не вижу европейцев вообще. За все время, пока мы здесь, ну не считая аэропорта, я не видел ни одного европейца. Вообще ни одного. Это странно. Наверное, лучше всех. Сколько у нас? 4200. 42 тысячи? Эта шиншилла стоит 42 тысячи рублей. Она дороже, чем... Она как пол нашего отпуска. Мы можем купить ее пол нашего отпуска. А вот это 52 тысячи. Господи. Магазин шиншилл. На ценнике шиншиллы изображены как тотор. Они выглядят как тотора. И есть такое предположение у меня, что, может быть, тотор был шиншиллой большой. Я знаю, что значит лавой. Там тетка проходили мимо, она сказала лавой. Лавой это значит иностранец. Что-то про нас там пырило. Я им тут всем пью воду. Вино, вино, вино. Зачем нам вино сейчас? Я просто говорю. В 7-Eleven есть дешевое вино. Ну, я не хочу пить дешевое вино. Я же француженка. Где твой зонтик? Ой, чуваки хавают. Вот красный цвет, а чуваки идут, им похуй. Жесть. Здесь очень жарко. И пахнет пряностями, просто невыносимо. Как мы сейчас знаем, что они так много едят, потому что надо от жары ходить куда-то. Там кондиционер. Ну, не соглашусь с тобой, они жрут и на улице. На картонных коробках нет кондиционера. Вот там какая-то злостная. Здесь вот. Ну, видишь, нога. А, да. Четыре пальца. Мы смотрели Lost, кстати, там в сериале. В момент, когда они едут, плывут, а там статуя, нога, статуя огромная, и на ней четыре пальца. Что за херня? Создатели, если создатели Lost'а сейчас почему-то смотрят блок удобного, да, не из Китая, очень странно, но вдруг с хуй четыре пальца. Пришли мы тут к жемчужной реке, я хер знает. Мне кажется, это не жемчужный цвет, а желтая, блин, грязная. Рад какой-то. Пойдем гулять по причалу, слушать попсу. Еще здесь очень жарко. Ну, то есть, очень жарко для таких жирных, как я. Если вы жирные, как я, то, короче, вам здесь будет очень плохо. Анька выпендрится. Я имею в виду о том, что у меня столько жарко, что у меня где-то через пару минут волосы станут мокрыми. Я их вытираю просто от пота, растираю пот по волосам. Я вчера душ принял два раза за, наверное, за пару часов. Я душ не принимал уже, наверное, часа 4. Я думаю об этом, мне кажется, через полчаса после того, как я вышел первый раз. Уже хочу. Оп, ай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Четкий рекламный ход. Мойка машин. Если вы узнаете этот совсем не похожий на... Какой логотип. Оп. Какая она огромная. Панкуем через дорогу вот такую широкополосную. Кажется, за переход по такой дороге пизду ментальный получает. Она вообще не передает сути, она очень большая. Дайте еще выше мне. Я до сих пор не видел ни одного ребенка с дыркой на жопе. А, да, я тоже не видел. Так что я, конечно, понимаю, что, наверное, это супер часто, но пока за... Это второй день уже, и мы что-то ни одного какающего ребенка на улице не видели. Может, мы медленно ходим, типа, они слишком быстро какают? Андрей, ты не понимаешь, что это?
короче, попали тут в место, где вообще огромные здания. Как я показывал, огромные небоскребы. И подумали, что это как в Америке. И тут, блин, даже вон американский флаг развивается над моей головой, прямо с меня с макушки. Пойдем. Мы идем снова в банк в попытке. Кстати, мы попытались сходить в банк и поменять деньги, но нам сказали, нихера, идите, сказали. Сказали, нужна карта нашего банка, чтобы поменять деньги. Чего? Именно доллары. Да, да нет, мне кажется, вообще... Я сказала доллар, да? И чайнистер. Ну, короче, бред. Откуда, блин, у меня карта банка, если я приехал к ним просто как турист. Сфоткаем нас на фоне золотого здания, в котором нас только что послали. Короче, оказывается, в Китае не только нельзя не во всех банках менять деньги без карточки. В банке, вот, я не помню, как его название. Хуаксиа банк. В нем, оказывается, нельзя менять деньги, если ты русский. Меня взяли паспорт, подошли ко мне, извинились, сказали, извините, но мы не можем поменять ваши деньги, потому что вы из России, а Россия находится в списке стран, которые не меняют деньги. Как говорит Аня, я тоже всегда думал о том, что наша страна находится в списке друзей Китая. Казалось, что не везде. Вот такие пироги. Сейчас идем в currency exchange. Короче, приключения снова не закончились. Мы тут идем в currency exchange, но встретили по дороге банк IBC, про который нам сказали, что можно там поменять деньги. Так вот, в этом банке мы тоже не смогли поменять деньги. Что бы вы думали? Почему? Потому что сегодня пятница, и они уже закрыли свой обмен. И следующий обмен возможен только в понедельник. Ага. Когда нас уже здесь не будет. Четко. Спасибо большое, IBC Bank. Ты тоже нам нравишься. Новый день, новые приключения. И сегодня мы попробуем пойти на игру... Ой, господи. Игру престолов. На гору Баюн. И... Нахер иди. Посмотрим, идем туда ли. Взяли воды. С собой немного. Наконец-то я не буду на что. Нет воды. Жарко, душно, в общем, как всегда. Переходим тут дорогу. И тут встал автобус на переходе просто. Он не может повернуть. Он... Чувак, короче, профессионал поворотов на автобусе. Не вписался в поворот, заблокировал все. Шик вообще. 5 баллов. Что еще можно рассказать про азиатов, что мы не рассказали в прошлых видео, чего нового мы узнали? Голожопых детей так и не увидели, европейцев увидели чуть больше. А еще я скажу, что Китай разделяется на 3 разные части. Вот мы живем в среднем Китае, где живут нормальные обычные люди. Это почти центр, он, ну, не бедный. Там банки, магазины, вот. Но вот, переходя по мосту, пробежала крыса. То есть, как бы, крыса есть, но не так бедная. Жирная крыса есть. Совсем бедный район. Мы в них проходили. Дошли домой первый день. Вещи сушатся, все старое. Все висит, разваливаются дома. Все подтекшее. Вот, а есть еще и третий вид. Это дорогой Китай. Это вот где мы были вчера вечером. Когда ходили около EFC и театра оперы. Там уже все дорого. Там магазины европейские, H&M, Uniqlo и разного рода другие модные бренды. Там дорогие магазины называются. Нет, ну я назвал обычные. Да, ну там все дорогие бренды тоже есть, мы просто не заходили. Сегодня отдаляемся от всего этого говна и идем гулять в парк и гору. Надеюсь, я скину килограммчиков 5. Стану красивым, когда приеду в Калининград. Очень жарко. Очень жарко. Вы можете посмотреть в мои глаза и понять, что очень жарко. Очень жарко. Это ты на дереве что-то. Фух. В этом парке все прекрасно.
С разной дорожки, да, только здесь нет туалета. Мы не смогли найти туалет, была какая-то маленькая раковинка и два входа, но оказалось, что это либо это не работающий туалет, либо это не туалет. Он помыл там голову чуть-чуть, мочил руки. Здесь вроде чуть попрохладнее. Так что законы физики не действуют в Китае. Чем выше, тут тем прохладней. Свои физика. Скажите, почему тогда в горах снег? Почему тогда в горах снег? Давайте, если диванные философы, теплее. Ответьте мне. Тут есть. Ну что, с меня вытерли лицо. Фу, мы тут решили все-таки пойти по сложной горе. Видите, тут огромная лестница вниз, она действительно очень тяжелая, как в Гонконге. То есть такая вверх поднимающаяся жесткая лестница. Тут с нами пошли китайские девочки, которых видели раньше. Вот, они побежали вверх только что, очень быстро. Мы идем их медленно догонять. Вот такие пирожки. Анька, скажи привет. Пошел дождь, скажи. Пошел дождь. У меня морщины под глазами, я старею на глазах. Нет, у тебя морщины. Ты тут достаточно увлажнен, мне кажется. Посмотри. О, мы идем вверх. Пошел дождь. Все по заданному шаблону. Я, кажется, где-то тут уже видел дождь, когда мы поднимаемся. Где-то в субтропиках. Где-то каждый раз, блядь. Я завиваюсь. Только что попали под тропический дождь. Земля идет по... Видно в камере? Как жарко, земля нагрелась, дождь холодный. Идет пар от земли. Вот, уже спуск вниз. А тут красота снова. Маленький Будда, привет. Как ты тут поживаешь? Хорошо. Маленький Будда со свастикой. Анька решила пойти босиком. Я так и знал, что все будут смотреть в камеру. Я уже понял, что если направлять на китайцев камеру, они все в нее смотрят. Ты можешь просто заснять, как вести здоровый образ жизни? Как вести здоровый образ жизни? И как потерять вес? Вот тут английская есть. Китайская диета настоящая. Вот вам китайская диета. Мы все хотим выбраться из этого парка, но пока не очень сильно получается. До пяти, Дань, до пяти. 10 минут еще. Нет, все, ну, все. До пяти. Ну все, значит, и можно идти, да? Типа, они окей? 10 минут, да тут не так много. Да? А пойдем посмотрим быстро. Мы пошли за китайцами, увидели, что они тоже идут. Тут написано до пяти, а сейчас без 6 минут 5 идет, вот так. Одна черепаха стоит на двух других. Я думаю, что такие большие ноги у черепахи. Красиво так. Класс. Храм оказался действующим. Мы тут немножко внутри походим, поснимаем.
если нам не запретят. Рыжие кошки. Мы нашли рыжих. Мы рыжих кошек нашли. В храме нашли рыжих кошек. Смотрят такие. Маленькие котята. Да, маленькие котята и мама. Коты, храмы. Это черепаха, она не змея, а на носу у черепахи бабочка машет крылышками. Это очень мило. Вышли тут из парка, до метро станции идти 46 минут. Вот, и мы решили, что нафиг это надо, и решили попробовать сесть на автобус. Есть такой мост, на который мы сейчас поднимаемся. Но это переход между одной стороной дороги и другой. И мы тут, когда шли, первый день пробежала крыса прямо в центре моста. Так что это официально крысячий мост. Вот такой он. Идем по крысячему мосту, крыс не видно. Not detected. Мы не поняли. В общем, нас два раза обманывает Макдональдс. Мы два раза заказываем мокко, но на камере можете видеть, что нам приносят. Матча, латте из зеленого чая. Как первый раз, Санька... Вместо мокко я сказала матча. Моча. И они дали матча, вот этот зеленый чай. А сейчас... Хер знает почему, мы ей показали мокко, сказали мокко. Даже на английском мокко, на английской бумажке показали мокко. И нам дали вот это вот говно. Короче, либо мы тупые, либо в Китае специально на это говно подсаживают. Что-то мы не так делаем, но мы не хотели пить напиток зеленого чая. А мы тут вышли в центр на небольшую такую шумную улицу. Искали еду, но еще посмотрим здесь. Мы ищем уличную еду. Вот такая штука. Это фунчоза. Думаешь? Да, завернутая. Ну, короче, лапша в остром соусе. Я тут съел еще две куриные палочки. Я съел еще две какие-то штуки непонятные. Мы с Санькой не поняли, что это за еда. Что это делать? Вот, а это очень остро. У меня все губы обожжены от этого. Анка ест вот таких вот... А что это? Осьминожки? Кальмар, мне кажется. Кальмарчики. Очень вкусные. Как он называется? Яксу? Окажется. Что это значит? Я знаю, что там в кармане. Короче, какой-то... Или это не этот парк? Какой-то козловый парк. Но может быть и нет. Может быть это неправда. Это просто, по-моему, статуя. Символ. Статуя символа Гуанчжоу. Козлы. Цветы и козлы. Вот, а с утра я позавтракал сладкой булочкой с изюмом и сосиской. Жареной. Невероятно. Приехал, блин, в Китай, а жру здесь какое-то говно. Мы дошли до статуи, которая символизирует, как я понимаю, образование этого города. Ну или чего-то типа того. Вот в этом вся метафора Китая. Вот так вот, посмотрели козлов, теперь просто попробуем погулять по этому парку. У нас сегодня еще очень много дел запланировано, но пока просто гуляем. Немного поснимаю, пока мы идем. Тут совсем стало жарко. Мы идем в городе, мы поменяли деньги, вышли из парка и идем к метро, хотим посмотреть билеты на Шэньчжэнь. Можно ли их купить заранее, сколько это стоит? Примерно знаем, что стоит 1000 рублей. На скоростной поезд хотим. Там-пам. Короче, у нас снова веселые китайские приключения. Мы тут поехали на вокзал китайский, на южный вокзал.
если вы понимаете, о чем я. Тут, короче, зал, где покупают билеты, он весь, все на китайском. Ни хера не понятно, ни одного слова на английском. Столько информации, за которым стоит женщина, которая не говорит на английском. Просто вот, все на китайском. Просто все на китайском, ничего не понятно. 30 окон, в которых где-то стоит очередь, где-то не стоит очередь людей. Непонятно, куда надо стоять. Непонятно, зачем, как покупать билеты. Расписание все на китайском. Все на китайском. Поресерчили в интернете, спросили подругу. Она сказала нам, что проще купить билет через интернет будет. Вот. Но сама суть то, что мы ехали 40 минут в метро, потратили деньги, чтобы приехать и понять, что мы не взяли паспорт один. Потому что мы не думали, что чтобы купить билет на... Хотя это тупо, наверное. Ну, это мы протупили. Смотрите, какой здесь вокзал. Вокзал, короче, это просто огромное-огромное пространство. Тут нет сидений вообще, чтобы ты нахер не сидел тут, именно ты. Ты. Чтобы не сидел, не отдыхал, чтобы бездомные здесь не сидели, видимо. Такие, как ты. Ты живешь у меня в квартире. Я живу у жены в квартире. Я бездомный. Чтобы такие, как я, здесь не сидели. Вот. Кстати, у всех входов в метро, вот, можете видеть полицейский сзади сейчас. Они все проверяют сумки. Проверяют, нет ли бомбы, я так понимаю. Ну, то есть всегда стоят два человека и прозванивают такими штуками, типа, не пищит ли. Видимо, тут все серьезно. Смотри, какие желтенькие там штучки. Значит, добрались до причала. Билеты нам помогла купить подруга. Вот, через интернет. Спасибо большое, Лена. Если ты будешь смотреть это видео, мы тебе дико благодарны. А у голых мужики, о которых мы говорили, там вот, короче. Пузанами. Мы добрались до причала. Ау, эта херня на самом деле горячая. Я не могу. Она очень горячая, камни нагрелись. Вот, мы сейчас перейдем. Ладно, мы идем жариться на мост. Вот. И попробуем узнать, можно ли купить билеты на паром. Ночной паром по реке. По желтой жемчужной матью реке. Раз привыкаешь к такой жаре потихоньку. И даже иногда кажется, что стало попрохладнее. Вот. Сейчас пойдем по мосту. А я не помню, с одной стороны у меня отметили или с двух. Это два причала, которые отправляют в вечерний тур. Потому что все остальные, насколько я поняла, дневной тур. Но я могу ошибаться. Нашли трешовое здание. Вот это вот в центре. Оно выглядит, как будто это английское здание какое-то в Англии. Сверху нахераченное на него какие-то квадратные китайские дома. Тут ужасная какая-то херня. То есть нагромоздили одно дверь, справа поставили еще и слева с белый кусок, белое здание дополнительное. Трешня какая-то. Фу. Мы перешли по мосту, немножко потерялись, покружились и попали на маленький островок Шамиан. Это место, где можете видеть европейскую архитектуру. Тут, по-моему, были французы или англичане, которые все это построили. И мы как будто оказались на какой-то европейской улице. И мы уже не в Китае. Очень жарко, вспотел снова лоб. Мы это протирали. Улицы тут квадратные, в принципе, как... И все в Европе от центра идут. Слишком долго ждать. Я решил поесть лапши за 30 рублей из магазина. На что она похожа? Она похожа на одноразовый спец? Угу. Просто они разварили рамен и... Не рамен даже, это просто. Пожарились немножко овощей. Это идут порциями по 30 рублей. В Китае, на самом деле, мне кажется, нормально вообще быть бездомным. Во-первых, тепло, во-вторых, тут есть магазин, где шмотку купить себе штаны или футболку по 100 рублей, по 200, нормальный при этом. Здесь можно в магазине на довольно дорогом купить лапшу за 30 рублей, которую тебе не фиг вы сытным обедом, с овощами, как с кальмарчики какие-то.
прям... Если хотите быть бездомным, едьте в Китай. Цитируя мужичка Chaos of Thai. Что он говорит? Не знаю, Chaos of Thai какой-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.